терпимость и толерантность считаются характерными чертами белорусов, а потому на то, что в стране соседки принят закон, позволяющий сносить памятники советским воинам, брещане отвечают неподобными мерами, наоборот. Наводят порядок на могилах, которые по истечении времени могут оказаться в ненадлежащем виде. Те поляки, вот, на могилах которых мы сегодня производим уборку, военные, да, это... могилы танкистов, погибших на учениях под Барановичами в 1935 году, они являлись нашими земляками. Они жили здесь, они родились здесь. Они также считали эту землю своей и долгое время здесь были. И эту историю нам нельзя забывать, так же, как и полякам нельзя забывать, что 600 тысяч жизней советская армия отдала за их освобождение от Германии. Брест принимает происходящую на территории Польши битву с памятниками с искренней болью и осуждает идею сноса советских монументов. Наша страна потеряла Великой Отечественной каждого третьего, потому белорусский народ не может как-то иначе относиться к судьбе всех мемориалов, установленных в память воевавших поляков, русских или белорусов, генералов и просто рядовых солдат. Хочу, чтобы память и поляков, и белорусов не уничтожалась, чтобы они вместе... Мы чтим память и поляков, и белорусов. И надгробие — это общая память. И убирать вот это все, сносить — это очень так бесчеловечно. Мы считаем это неправильно. Мы пытаемся как-то, если не полностью исправить ситуацию, то хотя бы прибраться на могилах, продемонстрировать нашу память об этих людях. Сейчас мы боремся за спасение обелиска в лесу возле населенного пункта Хола. На нем нет ни знака, ни серпа, ни молота, ни звезды, ничего. Просто там написано, что здесь уничтожено около 50 тысяч человек. Но так как это советские военнопленные, мемориальная плита вот эта на месте их захоронения также, согласно сведениям, которые распространила Бельский повят, они подлежат сносу. Трудовая акция по наведению порядка и благоустройству могил польских танкистов на католическом кладбище состоялась одновременно с субботником на Тришинском некрополе, где активисты Белорусского республиканского союза молодежи приводили в надлежащий вид могилы жертв польских националистов, погибших в июле 45-го от рук армии Краевой. Почтили минутой молчания, возложили цветы. Наши ребята благоустраивают памятники вне зависимости от того, солдаты какой армии это были, вне зависимости от того, какое вероисповедание было у этих людей. Мы хотим в ребятах воспитать чувство гордости и память о тех героях, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы находились сегодня здесь и жили мирно. Памятники – это память, а память – это неотъемлемая часть нашей истории, нашей общей истории. И очень жаль, что сегодня захоронения становятся предметом унизительного политического торга.